змія всегда запускала в России циклы гигантских перемен и подвижек. Навскидку говорю вам даты. 21 января 24 года, 5 марта 53-го, 10 ноября 82 года. И вообще, что это были за даты? Первая смерть Ленина, вторая смерть Сталина, третья смерть Брежнева. На октябрь этого года ложится следующая дата. Это год, когда уйдет Владимир Путин. Это, возможно, будет уход из жизни. Начиная с осени, резко поляризуется обстановка, и мы получим нового президента.